Приветствую вас, друзья! Спасибо, что зашли ко мне на канал. На канал, где все просто и очень простые рецепты. Причем самая простая кухня. Итак, сегодня очень необычный салат для тех гурманов, кто любит крабы. Ну, сегодня у нас будут крабовые палочки. Можно заменить крабовые палочки на крабовое мясо. Тоже очень будет прекрасно. Крабовое мясо, как вы знаете, есть натуральное. Это будет очень вкусный, но дорогой салат. И есть бюджетный вариант. Крабовое мясо, которое не натуральное. Но оно вкусно напоминает крабовых палочек и, собственно говоря, крабов. Ну да ладно. И, собственно говоря, что для этого нам нужно? Крабовые палочки. Здесь полпачки. 100 грамм. 100 грамм крабовых палочек. 2 яйца. 100 грамм творога. Видите, все по 100. Соль, перец по вкусу, майонез, можно сметанку, кто не любит майонез. И укропчик, собственно говоря. И все. Поехали. Нарезаем крабовые палочки на небольшие кусочки. Отправляем все в миску. Нарезаем яйца такими же небольшими кусочками. Отправляем все в миску. Сюда же отправляем 100 грамм творога. Нарезаем пол пучка укропа. У меня, как видите, он был замороженный. Очень удобно. Всегда под рукой. Не надо ни в какой магазин бежать. Есть зимой и летом он в холодильнике. Отправляем все в эту же миску. Совсем забыл. Трем сюда же один зубчик чеснока. Добавляем немного майонеза. Солим. Перчим по вкусу. И теперь надо все хорошенько перемешать. Теперь можно переложить в сервировочное блюдо. Ну вот и все, друзья. Салат готов. Можно подавать к столу.